Привет, друзья! Сегодня мы продолжаем серию Лего Майнкрафт. Сегодня у нас на очереди два набора. А вот такая, вот с первого набора вот такая коробочка. Это набор мини-мир. Это четвертый набор. И сзади, как мы видим, есть собранный большой набор. Тут есть первый набор, второй, третий и четвертый. Это сейчас был четвертый набор. Вот, и можно из четырех наборов сделать вот такой огроменный домик. У меня есть все эти наборы, но мы переходим. И вот такие вот они собранные. Тут есть Стив, есть зомби, а тут должен стоять Тинти. Но он не здесь. Есть кусочек водопада, а вот это второй набор. Тут есть дерево, есть факела, есть цветочек, есть еще что-то. И вот это вот такой вот водопад. Такое, друзья, и если соединить этот набор с этим, первый с четвертым, то получится вот этот, вот этот набор, и вот вверху вот этот, то получится вот такая вот штука. Они соединились, и теперь тут отсюда идет вот большой водопад, а эти вверху стоят. Привет! Есть пшеница посаженная, есть камни, ну, есть дерево с листвой, есть. А тут должна быть лестница. Но, правда, она сейчас не тут. И еще тут есть камни, всякие булыжники, забор, почти сеяная пшеница, дозревшая почти, факел, зомби в железном шлеме, Стив обычный из деревни Лего Майнкрафт. Есть всякие посаженные цветочки, также тут два факела, ну и тут, наверное, вот это. И вот это, вот это инструкция с четвертого набора. Сначала мы собираем Стива, потом соединяем вот это, потом соединяем вот так, потом вот так, потом вот так, потом вот так соединяем. Переворачиваем, потом вот так переворачиваем, потом вот так переворачиваем, потом вот так соединяем, потом вот так соединяем, потом вот так соединяем, вот потом вот так соединяем. И тут еще должна быть морковка, но, к сожалению, вместо морковки тут стоит пшеница. И тут, как вы видите, есть динамит. Так, друзья, вот такой вот получился небольшой обзор на два набора из мини-мир. Из четырех наборов в одном домике. Это был первый. В этом видео был четвертый набор и первый набор. Ну а на этом мы прощаемся. Подписывайтесь на канал Скорпио, ставьте лайки. Ну а я вам желаю всем удачи и всем пока.